А двигаться на пути к своей цели. Непобежденный профессиональный боксер, мастер спорта, представляющий Дагестан. Так, вперед. Поединок вот-вот начнется. Давайте поаплодируем двум возрастным спортсменам, которые стремятся начать настоящее шоу в ринге, начиная с этого поединка. Затылок не бьем, ниже пояса не бьем, спину не бьем. Покажите настоящий зрелищный поединок. Удачи. По углам. Судья. Первый раунд. Тайм. Файт. Делаешь ставки? Тогда выбирай надежного букмекера. Олимбет может добавить бонус на твой экспресс и подарить 500 рублей при регистрации по промокоду «Удар». Ну а мы невооруженным взглядом видим большую победу в антропометрии у Александра Северина. Посмотрим, как и он пытается, него... пытается пока реализовывать. Посмотри-ка на Саню. Двигается, работает джеба, работает на прямых ударах. Совсем не так, как он работал в первом своем бою на топ-доге, где он реально в первом раунде конкретно застоялся. Напоминаем, что Махмуд Мусалов возвращается после поражения от Владислава Туйнова. Ой-ой-ой, хорошо, слева заканчивает Север. Попадает Махмуд, ждет. Мы все знаем, что Махмуд большой охотник за либером, за печенюгой. И прямо сейчас он пытается как раз нанести удар в корпус. Пытается перехватывать, хорошо. Работает на дальней дистанции Александр Север и попадает. Зря. Все у него проходит, все проходит. Зря Север идет боковыми добивать. Надо ближе, надо работать прямыми ударами, Саня. Вот джебиком держать и прямым или апперкотиком подцеплять. Самые возрастные бойцы в ринге за сегодня. О, слева сбоку попадает Махмуд Мусалов. Какой мощный удар. Просаживает Махмуд по корпусу. И эти удары чувствуются даже через наушники, через экран. Стоп! На ближний. На ключ глотки. За удержание команда Брейк. Подстали ноги у Сани Севера. Точный правый в корпус был от Махмуда на концовочке. Начинает правый. Попадает правый в голову, переводит. Обманка, классика, корпус, потом голова. Нельзя застаиваться Сане. И тем более идти вперед. Выбыл Александра. Надо держать джеб, надо двигаться, надо работать прямые, потому что там Махмуд его ждет с распростертыми объятиями. В прошлом бою Махмуд Мусалов вышел большим фаворитом в бою с начинающим Владиславом Туйновым, но бой повернулся совсем в другую сторону, и сейчас мы видим возвращение Махмуда. И какой точный удар вправо навстречу. Встречает Махмуд, но Север собран. Ой, неудобно. Вот сейчас такое впечатление, что раунд кость прошел. Пользуется Махмуд своим ростом. Как пользуется? На Александре во втором раунде. Внимание, смотрим. И выходит на него Махмуд фаворитом. Вот. Начинает Саня опять работать. Качает Махмуд. Махмуд опускает голову. Идет головой так, чтобы не пропустить прямой навстречу. Подставляет лоб. Ну что ж, это правила разрешают. Саня Север. Джеб продолжает работать. Право на правую работают бойцы. Опять жесткое начало. Слева сбоку Махмуд проверяет Александра. Но в начале раунда хорош опять Саша. На ногах работает. Но Махмуд наблюдает, он ждет. Он не просто так не бьет. Серия коротких ударов в корпус и вновь джеб. Очень сильно правую руку опускает Саня Северин, когда работает джеб. Его там левым боковым может Махмуд очень поймать. Не видно
фирменного левого сбоку в корпус от Махмуда. Все время целит голову, все время целит голову. Был правый корпус. Ой-ой-ой, отличная комбинация. Левый перкот, правый прямой, залетает. И левый корпус зашел жестко от Махмуда Мусалова. Отправились прямо на север. Стал в левшу, в север. Оба. Работают и все на бойцы. Редкий был случай, когда оба бойца поменяли стойку. Опа, хороший джеб от севера. Взбодрил немного. У обоих бойцов есть рассечение на лице. Ой, хорошо север встречает, оттянулся. Лег на ногах Махмуд. Прекрасный бой. Есть левый корпус. Но левым боковым встречем была оформленность из северных широт. Волгодонска. Левый сбоку в голову, опять. Правый в голову. Ой-ой-ой, ну открыт, Саня, север. Махмуд собран в блоке на ближний. Саня открыт на левый боковой. Догадается ли Махмуд нанести именно туда акцентированный удар? Мы с вами увидим позже. Подходит к концу. Не может Махмуд найти удар с правой. Все время уходит, но не попадает. Пластично работает север. Где на дистанцию? Два легких слева дал и последний справа. Да. Александр Север и уходят на перерыв. Мы ждем с вами третий раунд. В принципе, в этом раунде Саня Север смог выдержать дистанцию и меньше попасть в передряги. Вот смотри, вот сейчас хотел Махмуд левым боковым цепануть, но плечо заморозило челюсть волгодонского боксера. Мощный блок. Бекеры поменяли свои коэффициенты, но при этом все равно остается фаворитом в этом бою, хорошим фаворитом Махмуд. Что же мы сейчас увидим большой? Секрет, будет ли какой-то сюрприз от Махмуда или нет? Потому что это решающий раунд. Дергает Саня Север, работает джеб, высоко держит Махмуд руки. 35 и 36 лет этим бойцам. Просто посмотрите на их физическую форму. Мне кажется, на голову решил Махмуд закрутить. Вот смотри, более прямо стал стоять, руки отпустил. Но север дает, север морозит. По затылку немножко попадает, договорились, все окей. Левый сбоку от Махмуда на сближение. Вот это стоило делать. Справа начинает север. Но не закинуть, этот север бьет. Он бьет. Он морозит. Со смены стоечки начинает Александр Север. Вот этими ударами он подморозил Махмуда. Подморозил, но джеб точный от Махмуда. И сейчас проваливается, начинает атаку Александр Север. Просто посмотрите на форму этих возрастных бойцов. Сменил стойку Махмуд. Хочет обмануть, хочет с дальней руки закинуть закидуху. Прямо северу в челюсть уху. А может и корпус, а может нет. Но только право прямой, это от севера ему привет. И сменил стойку Махмуд Мусалов, но нет. Но лишь прошел работает. И левый сбоку точно держать, было. Надо держать, не может уже Махмуд. Это финальный раунд. Встретил его. Да, это начинает атака Александр Север. Снизу левый боковой. Махмуд надо работать. И Махмуд начинает работать. Но видно, что удары летят у Махмуда уже, так скажем, из последних. Александр начинает работать, уходит от удара. Проваливать надо. Справа бьет. Работает у стены Александр Север. Ай да, Саня, да. Ай да, Север. 10 секунд. Ай да букмекер с этими коэффициентами. Ой-ой-ой, встречайте боковым. Махмуд идет сюда, но Саня продолжает бить. Идет вперед, да. Звучит гол. Великолепный бой мы с вами наблюдали. Великолепную партию двух возрастных боксеров. Чей возраст подходит к 40 годам? А у тебя возраст около 20, и ты все еще не занимаешься единоборствами. 35 и 36 лет, напомню этим двум бойцам. Какие красавчики. Какие красавчики. В углу.
Видели мои одноклассники сейчас форму этих бойцов? Им по 30, а они выглядят совсем не так. Прекрасный, прекрасный бой мы с вами наблюдали. Ну что, ребята, кто смотрим повтор? Вот он. Закрутил, подкрутил, справа, осадил. Справа, точно, короткий, прямой.